Ребят, всем привет, с вами Аджер Лео. Отличная новость, Beyblade Burst официально вышли в России. Вот, пока они есть только на сайте toy.ru, но, как обещают, то, что скоро они появятся на других сайтах. Ну, по крайней мере, на toy.ru непонятно, здесь определен конкретный волчок, или же здесь будут волчки на андоме. Но я, наверное, с него как раз закажу и вам расскажу потом. Вот, и также в России специальная красная арена, которой раньше не было. Ну, по крайней мере, изначально была только желтая, которая шла с комплектом. И синяя, но четырех... ну, так она была... Это четырехугольная арена, квадратненькая, а та была более круглая, более треугольная. Вот, ну, в принципе, это главная информация, так что, я думаю, можете заказать здесь. Конечно, цены на них выше, чем на обычные волчки. Но это, в принципе, и новинка. И доставлять ее сюда дорого. И на самом деле, я заказывал когда Роктавора. У меня с доставкой вышло за двух, получается, 3000. А здесь два волчка будут стоить 2500. То есть и так выгоднее. Так что я, на самом деле, рад довольно-таки, что они появились. Особенно вот эти за 1000 рублей. Для них вообще отличная цена. Так, доставка из-за рубежа очень дорогая. Ну, в принципе, это все. Всем удачи, всем пока. Можете, в принципе, заказывать. Хотя можете подождать, наверное, через неделю или через две. Они же появятся в детском мире, карусели. Я смотрел даже на официальном сайте Hasbro Эльдорадо. Тоже можете зайти на официальный сайт Hasbro и посмотреть там официальные ритейлеры. Но и то.ру там тоже был. Ну, в общем, всем удачи, всем пока.